Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на канале Reacts First Feel. Меня зовут Артурчик First Feel. Сегодня вышел альбом у Green Apelsin. И мы сегодня будем слушать только один сингл из этого альбома. Если вдруг вы хотите, чтобы я послушал еще треков Анжелы, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Это фиток с нашим хорошим товарищем Андрюхой Пирычем. Чуваки, Анжела Грин Апельсин, приятная женщина. Мы с Ильей Мазелом, между прочим, ходили на Яндекс, типа с ней стримили, и менеджмент, Уральчик, большой тебе привет. У нее пиздатый, сама по себе девчонка, она угарная. Гоу чекать, как у них получился трекан. Должно быть, по идее, очень красиво. Насколько я могу это понять, должно быть реально пиздато красиво. Там дальше уже разберемся. Собственно, Пирыч и Грин Апельсин, let's go. Кайф. Так, что происходит? Блять, экрана все это время не было. Блять, простите, ребята. А что за хуйня, что за рейд за рейдом происходит? Я что-то жестко закайфовался с трека, честно говоря. Ну красиво, пиздец, честно говоря, пиздеть не буду. Хорош трекан. А, так тут не очень много треков. Бля, ебать! Вот это ебать коллаба, нахуй. Вот это ебать коллаба. Красавчики. Алина в еблан сквад. Ну, это нужно, собственно, ребята, с Антоном Т2Х2 общаться. Я тут как бы... Понимаете, я человек бесправный в еблан скваде, поэтому решайте сами. Анжела красотка, вообще пиздец, очень крутой, типа, подача, очень крутой вокальный инструмент. Как бы я в ахуе вообще. И в целом продакшн заебись сделанный, типа, хорошая нагнетающая атмосфера такой, типа, как будто бы реально с того эфира на Яндексе все в целом, плюс-минус, жестко двигается. Мне нравится, мне прям нравится, хороший трекан. У Пирыча нормальный куплет, я вижу, что вот кто-то пишет, что, типа, не нравится вам куплет. У меня чуть по звуку, типа, хотелось бы, конечно, чуть побархатистей. Я почему-то думаю, что там исходники, типа, не супер пиздатые для того, чтобы выжимать там какие-то краски.
Но по тексту у Андрюхи прям круто сделано, и нарифмовал хорошо, и образов много накидал. Единственное, вот Сизиги и Пупинмейстер, я вот первый раз слышу эти слова, вот сейчас узнал. Но такое интересно. Андрюха сказочник, и тут с Анжелой они прикольно заколабились в этом плане, и хорошо, хорошо. Уверен, что фанаты Андрея Перекинеса жестко охуеют, и вот эти вот снобы жестко охуеют, и нормально кайфанут с трекана, а Анжеле это будет дополнительный приток как бы узнаваемости, потому что это, конечно, очень талантливая и самобытная музычка такая. Прям кайф, кайф, кайф. Чё, пиздеть? Нехуй тут. Хорошая, хорошая музычка. Приятная, приятная. Так. Ну, чё вы тут пишете? Мне Бартпель не зашел. Так, тут рейд хуярил жутко. Пу-пу-пу-пу-пу. Понятно, понятно. Алина, спасибо за рейд. Спасибо за рейд. Я тебя не...